Большой светлый праздник прошел 28 мая в хуторе Стефановском «День добрых соседей». Отметили его вместе с соседями Северского района, Абинским и Тахтамукайским районами. Кубань, Россия – наш общий дом. Да, оно действительно так. Самое главное богатство нашей великой страны – это люди. Многонациональный, трудолюбивый народ. Мирный, добрый. Разные истории, разные судьбы, разные традиции, обычаи. Но в целом мы один народ, как в той песне поется, нации много, народ один. Этот праздник отмечают по всему миру с 1999 года. Соседство – это взаимопонимание, готовность всегда прийти на помощь, добрые дела и теплые встречи. В трудное время и в мирное время, все время мы вместе, и во время пандемии, и во время войны, и во время и празднований, всегда мы были вместе. У нас есть такой обычай, что сосед – это как брат, как отец, как сын. Самый близкий человек – это сосед. Я поздравляю с этим праздником всех вас. Веселое праздничное настроение задали выступления артистов Северского района, а члены ТОС номер один «Хуторок» исполнили авторскую песню о родном Стефановском. Россию, чаёчек, мы живем счастливо.